Итак, всем привет, я Артем Петров, и со мной еще этот Рома и Жожик умер в огне. Спасибо. Так. В прошлой серии мы нашли... Как его, блин? Замок. Крепость. Крепость. Пошли туда и просрали все, все свои сбережения. Так что мы, в этой серии мы, наверное, будем восстанавливать свои позиции и пытаться отбить свое желание записывать это. В смысле? Чё? Ты чё? Чё? Просрал всё? Ну да, я сказал, я тебя сдох. Всё ясно, короче, с тобой. Блуждаюсь, как там ходить. Короче, поросёнка убил, он достал кусочек с золота. А, мне тоже он золотой смородок купил. Всё. Так. Он? Серый ливнул. Тут вот это самое, чпок. Тут говно вот это, где-то самое, которое огненное. Не, ну нафиг, я смотрюсь. Здрасте. Алло. Алло. Подберите мои вещи, плиз. Я не знаю, где тут. А где они? Блин, мои вещи и наши вообще вещи, они важнее, потому что, блин, я собрал то, что... То, от чего сдох Рома. Сдох. Да. Родился. Умер от смерти. Второй погиб. Открой. Воскрес от жизни. Я Майнкрафт тоже ребутну. Давай. Ну, блин, зачем тогда заходил-то обратно? Я попробовал перезайти в игре, но звук где-то этого не появился. У одного нету этого звука, а у меня нету координат. У одного нету звука, а другого просто нету. Лол. Тех чебурек. Мне жарко стало от такого напряга. Так, остынь. Среди моих вещей там два каменных меча. Арбалет, кажется, прострал. Кстати, вообще крафт у него какой-то есть, у этого арбалета? У арбалета, да. Легкий, сложный. Ну, туда надо много леса там, типа. Например? Не знаю, но сложный. Ну, сложнее, чем лук. Есть для этого самого, для... Пардон. Давайте новый мир создадим, а, пожалуйста. Че? Создадим новый мир, давайте. Все, в общем, да не-не-не-не-не. Хотя... Не-не-не. Ничего не-не. Птичкам объяснять. Кстати, птичкам. Ёб твой зивер, визер. Пошел ты нафиг. Зивер. Вот говна кусок. Я даже не успел ничего добраться. Просто пришел, и я и сдох. А что я опять все пузырюсь? Артем! Че, я пузырюсь? Пошли на сервер. Какой сервер? Давай закончим хотя бы вот это, что-нибудь путное сделаем. Не я тонул. В унитазе. Артём, открой! Ай, дышу, дышу. А чё я? Верни сюда, такие звуки, это, вот прыгни вот сюда на тот какашку. Вон на тот белый. А чё вы следите? Слушайте, а кто за то, чтобы включить Keep Inventory? Чё это такое? Чтобы инвентарь сохранялся? Да. Давайте. Чтобы ты мог не умирать от смерти. Стоп, а он что? А, это блок плющится, а не нажимается. Да. Тайн, расскажи. Залечь. Чего? А я знаю, кое-что. Поплавал. Ладно. Я все еще здесь. Что? Ты знаешь, что ты нырнул, почему и на животе вышел из дома? Как это? Что? Это как? Ты лег на живот и ушел из дома. На животе. На живот. Ладно, надо включить Keep Inventory. Тори. Инвит. Инвит. Как это сделать? Инвайт. Камерули. Эм.
Надо сначала это самое. Так, паузу, я сделаю себя. Спасибо. Пожалуйста. Сделаю себя оператором. Свои таблички. Итак, я, короче, нас пытаюсь вот, ну, в смысле, вот. Game rule. Game rule. А, ты себе, каждый свой себе делает или всем? Нет. А, ну же, что я снимаю. Да. Он изначально не играл правила, чтобы не ударить руку. А, все. Все, мы не умираем. Все, наконец-то. Ура, можно брать железо. Что делать, что делать, что делать, что делать еще раз? Если мы сдохнем, то мы поемся с вещами. Короче, я сделал фиг инвентарь. Пацаны, как это сделать? А? Короче, как это сделать? Ты можешь сдохнуть или умереть. Не, а как это сделать? Да все, это сделано. Все, пойди сдохни, я сейчас. Все, я сдох. Дайте сдохну. Ты где? Я подожди. Че подожди? Я вот тут. Слушайте, у вас в сундуке два алмаза, я можно их истрачу на меч? Да. Даже даже железа нет. Капец, мы ее обвенчали. Ну, у меня один железный слиток есть, и вот в том доме еще. Не знаю, там где, кстати, да, рыбная дом, ферма, там целая куча желез. Там 32 железных слитка. Мажор. Еще 17 золотых. Палки нужны, где палки? А у меня ничего нету. У меня там, ух, все молодец. Пропало. А что-то у меня появилось. А, вот земля появилась. О, нормально. Ну вот. Можно купаться в лаве ходить. Можно пополнять свое здоровье смертью. Можно телепортироваться домой. Солнце смерти. Все. Тупо хардкорчик. Точнее, расслабончик. Микрофончик на айфон. Чилфлекс. Да. Так, ну все. Так, интересно, как меч делается? Эй, не меч, а. Ам-ам-ам-ам, щит. Оу, щит. Оу, щит. Ой, тут что, хор красный этот, фирмы. Фирма красные, блин, трусы. Так. Короче, деревянная буква Y и железка сверху. Вот сдохнем мы еще. Просто пойдем. О, железный слиток 27 штук. Вот жалко, что нельзя поставить точку спавна. Так, железный слиток, потом крючок посерединке и три палки и две нитки. Отлично. И что это? Это арбалет. А. Нафиг его. Он нам и нахрен не нужен. Блин, ты... Этого объяснения достаточно было для того, чтобы понять, зачем мне арбалет? У нас там морковка растет. Бишкек это там, не окей. Бишкек? Да, он что-то прям пуляет по мне активно. Здрасте. Бишкек? Да. Че за говнострелка? К чему она ведет? А нет, это мой отец. Здрасте, Бишкек. К чему вот стрелка ведет? К крепости. Она ведет нас к... Ай, кто там меня пытается бить больно так? Я. Зачем? Ай, боль ноги. Чтобы уйти красиво. Так для этого не надо всех распихивать во все стороны, так, чтобы было все больно. На ноги так подняться, блин, мечами всех задевать. Офигенно, крепко все. Так, я пошел, я наделал себе целую кучу стрел. В составе 24 штук. Я сделал себе щит. Щит. Сделаю себе... Спасибо за это пояснение. И... Ты без нас не понял. Ты слишком... Фиг тебе 40 лет, блин. 40 с чем-то летим тебе. 40 лет? Да. Есть и крафт крючка. Он мой батя, если... Ёп. Я вышел, а тут двое... Они все упали. Спасибо. Кого? Тут нет никого. Я вышел... Давай, Серёжа, я тебя жду. Там... Я жду Сергея, потом мы пойдем искать тебя. Я хотел бы попросить не называть меня Сережей. А как? Сережей. А у меня пробел завис, понимаете? Я просто на месте стою, я прыгаю сам, хотя я пробел не нажимаю. Тут нажми этот самый, слышите? Я. Тут какой этот? Вы к крепости подходите, я иду. А, ты где? Я в крепости. А где? Ну там, в крепости.
скажет, как делать сраный крючок. Никак, он не делается. Конечно, конечно. Нет, а крючок он не делается. Или какой крючок? Железка, палка и деревяшка. Блин, там крючками своими меритесь, блин, а я тут воюю. А ты не воюй. А ты не мери своим крючком, блин. Крючок. Аж целых две штуки сделалось. Все, и арбалет получился нормальный. Все, интересно. Лепеха, блин, лепеха, блин, лепеха, блин. Вот бесит меня уже. Леха, лепеха. Ух ты. Так, ай! Хавки на мне белая жопа выстрелила. Белая жопа. Гнилой плотин. Пойдем. Еврей. Ой, ума. Блин, почему я так чувствую себя беззащитным, блин? Ну что, вместе ходить, а ты один убежал, мы теперь тебя искать. А чё вы меня не подождали? Кто тебя не подождал? Я вообще только с портала вылез. Я вот тут уже бегаю несколько минут. Скелетон, блин. Он вот тут море лавы. Просто море лавы. Ни одно сердечко. Стоп, а это сундук был? Где? Опа, я сдох. Я еще раз сундук нашел. Я что-то не помню, что мы тут были, но почему-то я нашел сундук еще. Так, а это сундук был? Или это тот же самый? Я к нему вернулся. Да, это тоже самое. Блин, как же это сложно все. А еще я вообще-то без еды пошел, блин, без ничего. Просто вот. Посмотрите на идиота. Это идиот. Вы где, алё? Вы молчите и нету. Вот вышли из сервера, и я такой один тут. Ой, один ты. А где, а сколько их? А сколько их? Тут утопленники плавают, что мне с ними делать? Можно их? Вагать, блин, ну чё. Если они утопленники, значит их нужно выловить. Их можно жрать. Ну я бы не сказал, но... Они такие соленоватые, да, на вкус? На вкус повидло, блин. Да, точно повидло. Во! Ура! Это как? Это что за говно? Месть. А, типа убил этого? Да. Кого? Гаст. В смысле, а где он мне слезу что не высрал, блин? Так не всегда. Или может она в лаву упала? Да нет, он над землей стоял. Он не плакал. Ты не так грустно это делал, как надо было. Он очень не обиделся. Он попался, да? Блин, я копаю вверху, как у... урюк. Может мне сдохнуть и выгрузить вещи, что ли? Как... протесты кипер... А, вот оно, это... Чё? Стрелка. Вон еще одна стрелка. Кто стрелки делал из этого, из красного камня? Не знаю. Я, конечно. Ну, я иду по ним. О, тут мост большой. Мне по мосту идти или куда? Да, по мосту. О, Эндермен, о чем ты забыл? Чудан? Чего Эндермен? Эндермен. Это намек. На что-то там. Это турист. Значит, нельзя сейчас коронавирус на дому сидеть. Коронавирус. Да, я, конечно, счастлив, что тут такое... А, вон оно. Офигенно, шел кругом. Я голоден, я... Ой, зря я это сделал. Я по хрюшке попал. Что? Тут маленький зомбик на цыпленке катается. Это вообще законно? Вообще, да. Че, нормальный зомби или свиной? Свиной. Я в аду. Я в аду тут свинья. Сделай скриншот. А как? Пинскрин? Я вернулся сюда же. Быстрее, как? Быстрее, быстрее. F6? F2. Надо полюбоваться. А можно было пинскрин нажать? А я каленый, я каленый! Нееее! Че, коленка? У меня сервер взлагал. Че? Скелет самый. Спасибо.
Его тоже можно отомстить. Сундук пустой, так, спасибо. Теперь как загрузить в Discord скрин? А. Ну я может. Откуда? Так, стоп, я еще да, еще один сундук. Просто в целом скине, а потом сам посмотрю. О, я еще нет, нашел сундук. Пока. Откуда, где мимо? Тём, где скрины хранятся в Майнкрафте? В корне игры. Ну потом, не да, сейчас. В самом Майнкрафте папочка скриншот. Там где моды, там где текстуры. Я уже два сундука нашел, они какие-то, блин. Ничего. Средней полезности. Ты с них что-нибудь насобирал? Да, я что-то собрал. Так, я не знаю, я тут был. Да лаунчер. Молодец. О. Наша игра. Заебали нахуй. Можете их убить? Кого? Спасибо, подвестите, пожалуйста, за этот самый. Ну, короче, дискриминация. Как-то вы там по-своему, а я тут как-то по-своему. Я заблудился, я не могу быстро идти, я голоден, и одно сердечко. Что-то что там булькает так? Ла-ла-ла-ла-ла. Я в Discord все скинул. Не могу пока посмотреть. Забирать. 17 минут хожу, брожу по этим самым, по коридорам с медленной скоростью. 10 часов. Так, значит... О, что-то в Discord свалилось. Можно было комментировать, если что. А что это такое? Ты говорил, мне скрин пришли. Там как этот зомбик. Йо, давайте. Жесть. Там, по-моему, скрин не зомбика, нифига. Там что-то какое-то это самое. Петров Артём в каком-то сраном обвесе лежит в могиле. Так там еще есть, значит, что просто не отправилось. А, вы все дома, что ли? Блин, зашибись. Я тут там бегал, а вы тут, ага. А я тут угу. Так, вот вам. А вот. Ты уже золотой рубашкой смотрю, как тот это самый Инди и Яна Джонс. Иди. Индиец. Индюк. Ты что творишь? Закрыто. Ладно. Закрыто на карантин. Спасибо. У него 24 стрелы. Без маски не входить. Ты, бля, ты чё? Убивай охрану, этого. охрану. Я тебе сейчас это самое. Сгусток вам магмы тебе в лицо засуну. Все, сиди там. Сожгуша все тут к чертям собачьим. Из-за ты что творишь? Чего? Что он говорит? Блин, что за хрень творит? Да ща! Там сделай сейф миру, бэкап на всякий случай. Пацаны, у нас крипер тут. Нет, не надо. Ничего не делайте, блин. Это фирма криперов, не трожь. Да? Видишь, фирма криперов. Он тебе взорвался в лицо. Ферма криперов. Тебе поросенок убежит. Тихо. Я этого поросенка добывал. Я его... Тёма, беги за поводком. Я бегу... А, он держит. Он нормально там сидит. Чё я так дымлюсь? А кто... Вы чё творите, блин? Молнию ударил. Ага, конечно. Блин, а. Молния, у которой зажигалка. Может, повод начать на следующий сезон Майнкрафта? Подождать серии, фу, выпуска 1.16 патча. И там начать новую жизнь, новый мир. И попытаться это самое найти. Ну, исследовать новые ады, новые возможности и новые всякое такое. Так что всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео, там вот самое. Умер в огне. И не умирайте, как он. Умер в огне. Как устоящий мужик. Сгорел в огне. Короче, наверное, последняя серия. Утопился в огне. Умер от смерти. Это поджигательство, надругательство над лесом. Над домовым, ой, над этим, над лешим. Надругательство у тебя в штанах. Вот так тебе и надо. Мгновенно, Сёша, горю, если чё. Я тоже.
А от меня до сих пор пузырь, как от этого самого, типа же. Ай, что-то же произошло. Я до сих пор как от этого. Ну что, хана миру, блин. Че? Уничтожаю, ты рукав не сделал? Да посрать уже, на самом деле. Ну че, давай финалочка. Чего? Поджигаем лес. Порох и песок, че? А, давай. Лаги. Этот, зажигалка, иди сюда. А где у нас порох? Порох у меня 12 штук с собой. А, у меня еще один. Зажигалка. 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 Здрасте. Что, Джастин? Ух ты, как красиво горит все. Наверное, посмотрите на это. Шедевр. О, как сюда загнали, все, а? Апокалипсис, акапалипсис, блин. Вот, все, наш мой. Акапались. Здоровье погиб. У кого есть песок твой? О, нифига. Песка полно на пляже. На берегу. Речки моей. Во что потом будем играть? Раз, ну... Все. Закрываем канал, продаем. Точнее, я один продаю. Я все-таки соучредитель, соучастник, сотрудник. Че, Джерони мобиль? Погнали. Ну что хотите сделать? Че, все, завершить игру. А в смысле? Тем, дай. Как его поджечь? Я знаю как. Кнопочка. Прям в середину. Где этот? У кого? Ставь. Вы были мне хорошими друзьями. Я буду смотреть. Спасайте, кто может. Я дверь закрыл. А чё второй не забылся? Оу, сиит. А всего же один был. А второй чё не взорвался-то? Пошлите, мы в другом доме взорвём. Давай этих с лавой сольём. А, они там всё равно друг другу друга забили. Да, сервер игра. Игра сохранена, спасибо. У нас слава есть? Мама есть. Лава. Мама, да. О, интересно. Что, пацаны, аниме? Да, прям внутрь встанем. Две кнопки активировали. Мой труп утонул. Ты в офиг, а труп утонул. Так, все, наверное, на этой говноноте закончим. Все, спасибо за просмотр. Еще раз, ставьте пальцы, подписывайтесь. Блин. Будет еще много чего, но уже не скоро, так что всем пока. Алмазная.